27-летняя папина дочка Елизавета Арзамасова перегорела. Именно так можно назвать творческий кризис в карьере актрисы. Артистка не пришла на спектакль, где играет главную роль Золушки, а позже в социальных сетях заявила, что ей нужен отпуск, чтобы найти вдохновение и настроиться на продуктивный рабочий год. Ох уж эти звезды! Это им не на завод по 12 часов в смену ходить.